Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300. Хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них. 1xbet. Хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет. Пошуршим деньгами. Черная пятница. Я думаю, сейчас все кинулись на вот эти распродажи, на акции. Давай все покупать. Все дешевле, все классно. В интернете, в ютубе, везде сейчас куча рекламных ставок, каждый рекламирует свой магазин. Ну, а я, вот, я в играю в игру Clash Royale, и я ничего больше, кроме Clash Royale, не вижу. У меня все ограничивается тут. Шучу, конечно. Черная пятница в Clash Royale, и почти что даром мне отдают два легендарных сундука короля, один легендарный сундук, один токен, 1600 гемов и 120 тысяч золота. Почти что даром. 50 баксов. Если бы я спросил их, вы чё, блин, это же не даром. Они сказали, ты видишь, сколько ты получаешь за 50 баксов? Это почти что даром. Не знаю, где я это слышал. Ну вот, такой диалог уже где-то был. Ну, в принципе, если так посмотреть, то, ну, так-то да. Нифига себе, я много чего получаю, но 50 баксов. Ну ладно, я, естественно, как ютубер, я не могу пройти мимо, ребята. Сейчас мы купим всю эту вкусненькую акцию на основной аккаунт. На самом деле, я когда первый раз зашел, тут был эпический сундук, эпические токены. Вот, ну я, естественно, мимо сразу прошел, я такая, говно не буду покупать. Зашел на Хабиба, а там вот такая спецакция. Я такой уже думал бомбящий ролик записать, почему на Хабибе мне не надо легендарки, там такой сундук, а на... основе мне не нужны эпики, но там такой сундук. Но потом что-то поменялось, и мне вот дали такую акцию. Короче, естественно, покупаем. А, вот. Я вам предлагаю набрать на этом ролике 5000 лайков и следующий ролик на Хабибе. Сегодня, ребята, будут такие завершающие ролики на моем твинке. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и придите сегодня ко мне на стрим. Я не знаю, буду я стримить вот это испытание или буду апать кубки. Или вообще Brawl Stars. Короче, если придете сегодня на стрим, будет рояль. Ссылка на канал для стрима в описании. Буду вас ждать. Сегодня точно начну раньше. Вчера, ребят, немножечко сбился у меня график. Я опять начал поздно, никого не было. Приходите сегодня. Я постараюсь начать раньше. Все-таки пятница, завтра выходной должен быть у всех. Все. Болтал 2 минуты. 50 долларов. Фух. Ну, с богом. Поехали. Ой, чувствую прям халявщиком себя. За 50 долларов халявно практически покупаю вот эту акцию. Прям я не могу просто. Ну давайте, первая лего. У меня 3 леги, которые не прокачаны на максимальный уровень. Оба, и вот одна из них. 17 уже из 20. Хотел сказать шикарно, ну в общем сбился. Еще 3 карты и магический лучник. Сами знаете какого уровня. Поехали дальше. Может быть, сейчас мне повезет, и с этих двух легендарных мне, собственно, дропнется 2 этих лучника. Ну, это, конечно, вряд ли. Ну, мало ли. Будем надеяться на лучшее. Так, ну, это все фул у меня, вы сами прекрасно видите, да? Берем там, где золото. Так, где больше золота? С охотника больше золота. Итак, легендарочка, давай. Черная пятница, давай, радуй меня, радуй меня. Мега рыцарь, ну в принципе, тоже та карта, которая мне сейчас нужна. 17 из 20, тоже 3 карты осталось. То есть мой аккаунт, знаете, вот как раз до выхода Brawl Stars уже практически подходит к завершению. Осталось только кубки поднять, но пока что у меня грустно все с кубками. Ну, сейчас об этом мы до этого дойдем. Последний сундучок, поехали. Так, ну давайте огненных духов. Так, тут печечку. Так, мне леги. Так, тут, конечно же, охотник, с него больше золота. Так, давайте. Опять охотника беру. Так, у меня получается магический лучник, призрак и мега-рыцарь не прокачан. Ну, давайте, без разницы что, ну, конечно, бы хотелось. Опа, и призрак, тупо по одной карте. Вот давайте я вам сейчас покажу. У меня, ой, сколько всего мне накапало. На самом деле мне вот гемы нужны были, да и золото тоже понадобится. Ну все, я реально донатить гемы никогда уже на этот аккаунт, скорее всего, не буду. Смотрите, вот, 3 карты, которые еще не фул. Вот, 3 карты, которые еще не фул. И с каждого сундука выпала одна легендарка, которая у меня не фул. То есть мега-рыцарь, лучник и призрак. Замечательно. Ну, призрака еще 10 карт, еще он самый последний прокачается. А вот эти карты уже скоро. У меня есть легендарные токены, я в любой момент захочу, могу их уже обменять. Но об этом в следующих роликах. Теперь по поводу моих кубков. Я взял такую вот деку. Поехали в глобал. Сейчас я вам расскажу свою ситуацию про глобал. Честно, грустненько все. Я уже несколько стримов подряд...
Не знаю, это у меня или у всех так, пожалуйста, ответьте, кто вот тоже, ну, приблизительно на моих кубках и, ну, каждый сезон пытается там побить свой рекорд. Как вам этот сезон? Сложно, не сложно, потому что я что-то застрял на 5200, не могу выбраться. То есть 5500 пытаюсь уже там, если не 4 стрима подряд апать. И вообще абсолютно, сижу на одном месте. 2 часа стрим идет, и я как начал 5200, так и закончил. А то и бывает и ниже. То есть, честно, как-то я, ну, волноваться уже начинаю, что происходит. А потом я посмотрел еще Лайна, тоже у него там вроде как проблемки были. Так, тихо. Так, тычка, найс. Одна тычка, две тычки, нет, одна. Одна тычка, прекрасно. Эту деку я взял в TV Royale. Я не буду говорить, что прям все, эта дека теперь точно зайдет. Нет, я вот на пару каточек там посмотрим. Как только начну проигрывать, я начинаю менять колоды, как перчатки, блин. Вот, голем, да? Ну, в принципе, пламенный дракон должен меня спасти. Так, а как с печкой быть? Не знаете? Я думаю, что, наверное, на правую сторону печку надо ставить. Пускай там наносит урон. Так, в принципе, мне нравится эта колода. Мне нравится, прям вообще, я не знаю. А, если у него молния, то, слушайте, то проблемки будут. Ну, давайте стражи кинем. Здесь дракона, ну все, смотрите, молния точно, а нет, она попала. Ну, кого-то она должна была не, кому-то она должна была не нанести урон. Ну, походу, и вышка, и драконы получили по морде. Ну ладно, самое главное, мы задефались, да, это самое главное. Так, ну и плюшку, короче, дал еще пламенный, этот, маленький Baby Dragon. Так, Коргиганта сейчас ставить не буду. Я вот, знаете, что хочу, молнией хочу завалить мага. Серьезно, хочу завалить молнией мага. Пам, пам, пам. Попал по мини-пеке. Просто замечательно. Так, ставим так. Здесь варварская бочка. Здесь у нас пламенный. Здесь у нас стражи. Так. Да просто мы этого голема уничтожили, нах. Так, хорошо. Ставим каркиганта. Хотя на самом деле надо было молниями добивать уже. Так, тут у нас молния побыстрее бы, побыстрее бы. Так, молния, пам-пам-пам. Хорошо. Так, 400 хп осталось. Блин, молнии не добью. Я еще молнии не добью, поэтому надо будет еще, наверное, что-то придумать. И просто у меня же не бревно, а варварская бочка тоже не добивает. Ну, короче, сейчас задефаемся. Ой, дух, и все отлично. Если бы не дух, то я бы, мне пришлось тут что-то еще придумывать. Так, ну что, это победа, осталась одна молния, вот так вот. И изи-пизи. Какая-то странная колода, конечно, с големом у него и надгробием. Я такой колоды как-то не приходилось мне встречать. Вау, мы перешли в планочку 5200+. Не, на самом деле у меня рекорд почти 5400, и апал я их в начале сезона, а под конец не могу, просто даже 5300 не могу. Ух ты, блин, как сразу вообще, даже без раздумий, сразу мортира тебе, на, все. Я тут хозяин, я с мортирой. Все, смотрите, он ему вообще по фене, кто я, с чем я играю, какая у меня прокачка. Ему вообще насрать, он просто мортиру поставил, все, он сразу атакует. Он агрессивный, он хищник, сразу видно это. Ну окей. Так, бревнишка. Ёлы-палы, это вообще, короче, кладбище оказалось. А, я помню такую деку, ну там варвары, по-моему, еще должны быть. Хотя, а чё, я думаю, что у всех авторские деки, может, там... Ой, вот это было приятно для меня. Ой, еще смотрите, сколько всего идет. Так, ну ему бревно надо. Ага, вот так вот, да? Ну, хорошо. Мега-муха, наверное, тычку не нанесет, да? Так, окей, здесь дракон. Здесь дракон. Ну, в принципе, чё, мортира кургигантом уничтожается. Я думаю, сложно не будет. Вот это против кладбища, конечно, я не знаю. Если там поизен, фриз, ну, это, конечно, будет больно. Давай, поставь мортиру, я сделаю ветер. Нет, не хочет он ставить мортиру. Ну, ладненько, ладненько. Так, я просто херану молнией. Так, так, почти уничтожив ее. Ну, блин, она печку мою тоже почти уничтожает. Так, окей. У меня еще бревно. Мне кажется, там фриз последняя карта. Я не знаю. Просто дурная дека. Так, ну, тут варварская бочечка. И, в принципе, все. Мы пережили эту атаку. Все, теперь надо держаться с последних сил. Да, ну у него хп поменьше, поэтому держаться ему будет надо. Так,
Печку пока ставить не буду, да, потому что, ну, это суицид для печки. Так, я думаю, что лучниц стоит дефать, так как... Надо дефать, урон лишний я не хочу пропускать. Все, теперь ставлю печку. Если он поставит мортиру, это, блин, на руку мне, я сейчас долбану молнией, да и все. Ну, блин, к сожалению... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, фриз, отлично. Так, тут у нас варварская бочечка. Кривая бочка, да, походу, была? Друзья мои, смотрите, он сравнял счет, ну, как бы, не счет, а силы наши сравнял, и, блин, на самом деле, уже не смешно. Уже не очень смешно, да? Я думаю, вы это уже заметили, что я не смеюсь. Я плачу, что делать, он меня сейчас выиграет. Нет, он меня не выиграл, все, переходим в атаку. Моя очередь атаковать, все. Все, давай, мы нафармили юнитов много, давайте, мы должны проатаковать. Давайте, братцы, давайте, за Русь, давайте. Ой, что я несу, давай еще тычку. 300 хп. А добивает молния 360 хп? Бам! Да, я добил, молодцы мы справились. Ну там, кстати, вообще жесть, там еще бы секунда и минус вышка. Фух, короче, буду завершать, оставлю, возможно, контента для стрима. Ребятки, ну, давайте, приходите уже на стрим. Я понимаю, что, может, я поздно начинаю, я вас в этом не виню, то есть, что вы не пришли на стрим. Приходите сегодня, я постараюсь начать пораньше, просто помните, как мы собирались всегда на стриме на этом канале? Так вот, просто мы теперь собираемся на другом канале, ссылка на него есть в описании, мы там стримим. Кто не в курсе еще, подписывайтесь, ссылка в описании, там лайк, колокольчик, все, чик-пик. Все, ребятки. Спасибо Суперселам за халявные сундуки, это просто почти что даром. И что еще? Ну все, подписывайтесь, колокольчики, встретимся сегодня еще. Сегодня еще Хабиб будет, стрим будет. Все, ребятки, не болейте и побольше вам скидок, да, наверное. В общем, пока.